Всем добрый день! Вы снова на моем канале. Сегодня буду показывать, как я подготавливаю овощи для плова. Я почистила, нарезала морковочку. Морковочку я нарезала крупной соломочкой. Теперь я буду нарезать репчатый лук. Луковицу я почистила. Сначала я разрезаю луковицу пополам. Потом разрезаю луковицу еще раз напополам. И режу вот такими полукольцами. Дорогие друзья, вот такого количества лука и морковки нам понадобится для плова. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайки. До скорой встречи в новом видео.